Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... Вампиры, маскарад, мы продолжаем. Ну что же, мы выполнили задание, связанное с мафией. А теперь давайте глянем, что у нас есть еще. Свидание с Элизабет, чума в городе Ангелов. Давайте-ка чуму в городе Ангелов пройдем. Нам необходимо найти и ликвидировать причину эпидемии в Лос-Анджелесе. Он дал совет поговорить с анархами в баре Last Round. Возможно, они что-то знают. Тем более. Так. Тем более, когда я только сюда приехал, мне этот, как его, Найн Родригес говорил, мол, будешь в городе, забегай. Вот сейчас и забежим. Так, это все продаем. Топор мы оставляем. Топор это вещь вообще убойная. Прямо под стать нашему главгерою. Что у нас там по навыкам? А по навыкам у нас довольно-таки интересно все выглядит. Более чем. И финансы у нас на троечке. Ничего себе. Хорошо, что я не вкачивал в самом начале все это дело. Особо и не надо. Можем, конечно, эрудицию поднять. Как вариант. А можно попробовать... Так, а что у нас там? Внешность и интриганство, это так соблазнение. Но соблазнение, я думаю... Тут только внешность и интриганство. То есть это вообще за соблазнение, ровно как и атрибут внешность и таланты интриганства, только на один навык завязано. То есть вообще как бы не вариант вкачивать. Будем на психованность делать ставку. А может и не будем. Не знаю. Пока ничего вкачивать не будем, погнали в Last Round, мне бы еще бы кровушкой бы заправиться. Да побольше. Так, где у нас там Last Round? Ё-моё, как назло, никого нет. Во! Давай, погнали! Так, вроде это место, да? Да, это место. А здесь вроде как можно немного отведать. Нормального. Эк. О. Давай. Она пока все равно стоит, а ты давай сюда иди. Кек. Ага. Ничего не сделала. Ладно, жалко, что нельзя как-то валюту оставлять, чтобы... Да. За пользование кровью. Хоть бы какая-то была честность. Тут как бы в этом плане отыгровка здесь отсутствует. Это вообще даже не смотрят. Просто человечность. Тут в этом мире тьмы некоторые вампиры могут вообще чуть ли не святыми быть. Если, допустим... Как его? Попив крови, могут оставить деньги и так далее. А не просто как здесь попил крови и все тут же. Ведь борьба за человечность — это вообще самая основная часть игры. Великой игры в мире тьмы. По крайней мере, за вампиров. За магов там, по-моему, на просветление ставкой с парадоксами они сражаются. Оборотни за связь с Гаей. Демоны за веру там. Короче, тут вообще... Такая это, я в этом теме немного осведомлен и имею представление, что да как и почему. Однажды, может быть, по ходу как-нибудь, если пересечемся, постараюсь поведать то, что знаю. А лучше сами прочитайте, там больше будет интересной информации. Хотя, тут будут, возможно, наглядные примеры. Ну да ладно. Надо сохраниться. Ё-моё, там опять стреляют. Я только сохранился, а уже стрельба идет опять. В кого стреляет, непонятно. Ладно, погнали в Last Round. Посмотрим, к чему это все приведет.
Основная работа шерифа — быть исполнительным органом князя. Блин, и ты опять здесь? Опять эта рожа? Вы тут чё все это... Джек! Да-да. Так. Меня там было... Мне там было... Так. О, леди была грустна и прекрасна. Так. Я прыгаю вокруг деревянного меча, но остаюсь без приказа. Да, верно, как кровавый дождь. А мне доводилось ходить и по худшим дорогам. Да. Так. Ну давайте. Я не трусливая, тщедушная штука. Найн спустился, как ужас на крыльях ночи. Так, политика, значит. Look at why you're out in Santa Monica in the first place. Because Prince LaCroix said so. А не законом ли шута ты следуешь? Настоящий бруха. Ладно, зачем паук послал эту маленькую муху в Санта-Монику? Это да. А почему Шут боится тени Найнса? Public relations, man. Calculated risk. Ventura are born in a boardroom. When Nines called him out, LaCroix realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Да. Забавно, но ладно. И правильные вещи ты говорит, по сути. Так, а ты не склонен заниматься пиаром? Нет, этот вопрос будет так себе. Давайте, почему Шут боится тени Найнса? Разве он не главный? Так. Ты не причисляешь себя к Камарилье? Да. Да. Ну, мне нравится это. Так. Я ищу знания об анархах, детях энтропия. Ну, давайте узнаем. Как долго они восстают против системы? Если в роли учителя ты, то нет. Сила в знании о прошлом. Seen more and done more than most vampires ever will. I don't know that our situation ever gonna be easy, but some things you gotta decide are worth fighting for. И как победить в этой запутанной игре? Fight harder than the other son of a bitch. Every time I yank a jawbone from a skull and ram it in an eye socket, I know I'm building a better future. Понятно. И в этом вся суть бруха. То есть мы деремся за правое дело, рвемся напополам, там добиваемся с хорошей целью, фанатики. Но как однажды было сказано о нем генералом, фанатики могут достичь победы.
одержать победу. Но они не смогут удержать ее, потому что анархи вряд ли могут предложить какую-то достойную систему. А Найнс разделяет твои ужасные видения. Найнс – вождь племени анархов. Ага. А прочие волки, бегущие рядом с Найнсом? А чья кровь течет в твоих жилах? А, могу я еще покопаться в твоей подкорке? Так, проверим, пролей мне свет на Камарилью. Ага. Во что ты оцениваешь кодекс Камарильи? У истины множество лиц. А где у этой гидры голова? Это совет старейшин, видимо. Коль я играю за такого Малковиана, который во всем в курсе, я могу немножечко тут добавить, что есть такой совет старейшин, которые состоят из разных кланов, представителей очень древних вампиров, и они не хотят сами, грубо говоря, светиться на всем этом, а они как бы дают свои голоса, выбирая того или иного князя, который за все отвечает. В данном случае это Лукруа. А остальные как бы выразили свою поддержку, но суть в том, что они могут как бы коллегиально и выбрать князя, так и снять его. И случись какой прокол или прочее, отдуваться будет князь. Он больше, так сказать, козел отпущения в данном случае. Ну да ладно. А князь Шутов носит корону? Так, думаешь, Шут видит себя в зеркале слишком высоким? Ага. А ты уже танцевал когда-то с такими же шутами? Думаешь, судьба улыбается лишь дуракам и счастливчикам? А что тебе известно о псе шута? Это видимо шериф. Ты проклинаешь всю Камарилью или лишь голову Гидры? А как ты отличаешь добро от зла? Camarilla membership is 95% victims, 5% evil bastards. So make sure and understand. Any of those victims point a gun at me, they get drained and slaughtered like sheep. Ага. А я тоже часть этой кусачей проблемы. Hey man, you do what you gotta do to survive when you're young. There comes a time when that excuse don't fly no more. When you should know better or want to do something about it. Ага. Так, подобные устремления выше моего разумения. Да. Анархия редко защищает своих поборников. Что-то какое-то странное это, ну давайте скажем. Мне нужно больше ответов из твоей подкорки. Так, история анархов, по-моему, это уже было. Так, кто ведет племя анархов? Так это сейчас Найнс ответит.
Yeah, I could tell you about the history of the movement, about our struggle. What's any of that shit mean anyway? Do we want to sit through here? Это уже было. Мне нужно больше ответов из твоей подкорки. Анархии? Что там еще? А, ну давайте, раскрой мне тайны Шабаша. Да ладно, если они не стоят этого, то нет. Они проклятие Камарилье? В чем главная их неисправность? Sabat are in the same business as the Camarilla. Sabat have a little longer chain, but they're slaves all the same. Так, что еще можно от тебя узнать-то? Во, окажи, расскажи мне о бесталанных людях. Что ты думаешь об этом стаде? When you were alive, did you think about cows? You know, if one got killed, the bitch didn't cry, but, you know, you're not out there slaughtering like a sport either. Их треплет бурным, бурными ветрами сородичей. Man, we got our own problems, let the kids say this. Так, что еще можно тебе узнать-то? What's up? Короче, моя тень омрачает иные края, прощая. Ладно, неплохой диалог получился. Тек. Ну, погнали наверх. Хотя, погодите, вот. Так. Тебя вообще волновать должно. Шут играет свои маленькие игры и послал свою пешку вперед. Да? Точно. Ну, последнее бы я бы не стал. Да. О, приветик, хелтер-скелтер. Так. Да, точно. Это да. Короче, вообще, мы знаем все, даже имена, до того, как они представятся. А почему ты проклинаешь Камарильо? Чего? Погодите-ка. 12 казней и поклонение. Моя голова — горящий куст. Но... Так-так... твои слова где-то правды, что по размеру им пришлась. А ведь я-то сказал, по сути... Блин, неплохая фраза. Я-то, по сути, сказал, твои слова одеты правдой, что по размеру им пришлась. То есть, какая правда ему удобна, такая и это. Такую он и глаголит. Ну-ка. Поведай-ка о детях энтропии. Да. Пока не появится другой анарх. Да, свобода так сложно дается порождениям вроде нас. Так. О каком проклятии ты говоришь? Твои слова, бурлящая солянка. You'll never even hear their call.
Да, ты бы чутка громче бы что-нибудь еще сказал. И как мне разбить эти древние цепи? Some ancient sleeping in a tomb half a world away has a bad dream. Ой. Ты говоришь о темном отце? Father of all vampires. Touched. Killed his brother Abelin was cursed by God to walk eternity feeding on the blood of his children. Такое вот дерьмо. Дерьмо случается. Сын Адама и Евы? Keep your voice down. Стоило бы предложить ему яблоко без червей, но к чему ведут твои слова? А прячешься ли ты за завесой маскарада? Аллилуйя и святые роллеры. You know, speaking of the masquerade, I just thought of something you might be able to help us out with. Так, расскажи, ну дай же ответ. There's this girl who's been making a lot of noise lately. She's a real pain in the ass. She's a ghoul of this one Toreador creep who disappeared. Так. Как зовут эту шлюшку брюшко? Her name is Patty. She hangs out in the clubs downtown. She used to show up around here and act like she was everybody's best friend. It's all fun and games until her vampire sugar daddy stopped calling. Now she can't get her blood fixed and shit ain't so fun. Скажи ей, что ее сладенький папаша уже не такой сладенький. Нет, какие темные деяния надлежит свершить? Вампирскую ли? И кровь? Так. Ты должен будешь пройти квест Пати в одиночестве, то есть иди нафиг. Я не прибираю срачи за нафиг. И я займусь этим ради маскарады. Ну, конечно. Могу я еще покопаться в твоей подкорке? Я ищу знания о моем плотоядном состоянии. Так. Моя кровь, мой близкий друг, так. Можно еще вопрос? Расскажи им о дне темного отца. А может, это все просто игры Камарилья? Ладно. Кто же слушает такие длинные сказки? А что за вера в твоем сердце, Хелдер Скелдер? Так, что еще можно? Кто-то встает пред моим внутренним взором. Так, расскажи о темном отце. Я это знаю. Знаю, ты это говорил. В смысле нет? Так. Что с Джеком? Иной образ предо мной. Так. Меня здесь нет. Ладно. Ну, с кем побазарить надо? А ты кто? Чё так агрессивная? Берсерк, ну-ка. Погоди-ка, надо сохраниться. Ты дама несчастья, верно? Во, ща как дам, иди отсель, не боишься сесть на мели?
Охеренно. Не, да, ты дама несчастья, верно? Да, вот эталонная бруха. Единственные произнесенные слова прозвучали в моей голове. Точно? Точно. Так. Слова шестерок, восьмерок я пропускаю мимо ушей, но девятку я послушал. А верховный чародей говорит, что вы разносите мор. He thinks we're responsible for that plague bearer? If I hadn't promised Nines I'd keep my nose clean, I'd go right now and rip him a new wizard suit. Missile casting motherfucker. Обдристалась бы ты. Это тебе там не какой-нибудь обычный вампир, а, во-первых, там верхушка, да еще и три мера, которых боятся справедливо, боятся остальные кланы. Тебе бы эту кепку бы. Беретку называй как хочешь. Скажем так, окрасилась бы ты в цвета волос и губ. Одним очень весьма простым и приличным заклятием. Разносчик чумы! Эти слова мне не знакомы. Так. А вы не можете просто шугнуть этого грязного голубя-разносчика? Так. Моя кровь застаивает сосуки. Моя шея в долгу перед анархами. Что мне надлежит делать? Я пройдусь по тайным закоулкам разума этого упыря. Я раскину свой разум над городом ангелов. Пока, дамзель. А, сначала я хочу извлечь кое-что из твоего разума. Тот, что с цифрой вместо имени. Ближе к делу. Прямо рекламу как будто сделала. Он носит собственное лицо в этом городе масок. No one like him in the Camarilla or otherwise. Anything else? Да. Шут в башне из слоновой кости. Who the hell does he think he is coming into town with Camarilla authority over the city? Точно! We kicked them out 60 years ago. Согласен. It's like England coming back and telling the US how they should do things. Fuck LaCroix. Правильно. Дети играли в этом дворе куда больше, чем мне казалось. Так. Ты боишься, что потерянные дети вернутся к своим родителям? Или дети играли в этом дворе куда дольше, чем мне казалось? Другой вопрос. А Джеки — чертики из коробочки, что непрерывно смеется. Правильно. О, да. Его борода завораживает. Точно. Да я бы так не сказал, мое любопытство жаждет нового. О потерянных детях Камарилии. Ладно. Пожалуйста, продолжай говорить за мой счет. Да. Между вами власть распределить? Это ж такой хаос начнется. Вот эту вот всю ситуацию с маскарадом придумали, когда один раз люди
справедливо офигев от беспредела вампиров, принялись вместе с Инквизицией там и прочее выкашивать их просто пачками. В итоге, может, они их выкосили, может, им и наскучило, но так или иначе, так существовать нельзя было, и придумали маскарад. И мне кажется, что люди все-таки взяли верх тогда, потому что они доминирующий вид. Так, хотя как посмотреть, может быть, это лишь для отвода глаз. Мое любопытство жаждет иного. Да? О родителях анархов. Да. Nothing but musty, withdrawn elders waging power struggles for no other reason than to keep their own ass alive for one more century. You think you have any real power in the can? You're kidding yourself. Тогда, если я нарушу 5 единиц маскарада, кто мне голову отпиливать будет? Реальная власть. Эта архитектура еще непонятна мне. Осколки прозрений, лишь я их и собираю. You'd be better off without them. You'll see. Это может быть прозрением, а может быть и нет. Так, моя любопытство жаждет нового. А, уже нет. Все, ни вопросов не задать, ничего. Ну давай, Найнс. This is the short of it. They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old timers at the top with God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans. I'm looking for a little power than those who sired for their own schemes, and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess. And it works out to exist. Only a few people at the top have any real power. Да, ну и у серых кардиналов местного совета. Так. Разве мы все не одна большая счастливая семья по фамилии Камарилья? Понял? Согласен, зря быканул, буду молчать. Открой мне истину! Точно, согласен. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who are assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote-unquote elite. Keep the rest the hell out. Everyone's an equal here. The same thing this country used to be about. Но хаос и безумие обычно всегда идут рука об руку. А свободный штат? Но меня обычно и так на выходе не задерживает. Camarilla was kicked out on their ass a long time ago. We, the Anarchs, didn't want to play their politics anymore. Now LaCroix and crew pop in like they never left. No goddamn way. Their laws don't apply to us. Понятно. Вы с князем не играете в гольф на выходных? LaCroix represents everything. The Camarilla, stuck-up aristocrats, rich businessmen, crooked politicians. The only place LaCroix belongs is in the land. Да. Ты принц воров, а это твоя веселая ватага? Don't use me and Prince in the same sentence, Malk. I fought to keep LA free since I was embraced. Long time later, I'm one of the only ones left that hasn't bitted or switched sides. The most veteran soldier on the battlefield. Понятно. Ну прям такой это, идеальный лидер из народа, если так можно выразиться. Хотя как бы лидером и не является по документам, но по факту он и есть. Так, встречаетесь с ними? Или это все съемки комедии? Это все шутка, верно? Ну же, где камеры? Не, давайте встречайтесь с ними. Столько забавной болтовни. Right, так, понятно. Ты че согрелся? Погоди-ка. Здесь не должна зазвучать твоя музыкальная тема. Стереотип. You go on back to your tower. Say what you want about me, but not one of us in this bar is a no good two-faced bastard. Would be tyrant like that son of a bitch LaCroix. Понял. Я. You tell him Nines Rodriguez said. Я зря ляпнул это. Блин, что-то мы херово поговорили. Он скалиться начал. I told you to get back to your tower. Это не моя башня. I think LaCroix's shoes need polishing.
Не-не-не-не, погоди, что-то как-то не так все пошло вообще. Вообще не так. Давай еще раз. Так, еще. Так. Ха-ха, бунтарь без причины, разве ты еще не помнил? Короче, четвертый вариант, это вообще, по-моему, просто не самый лучший вариант. А князь разве не главный вампир? Может быть, второй попробовать? Точно. Открой мне истину. Давай. Это было уже. Было. Росток Камарилли здесь недавно прижился? Да что ж такое? Вы с князем не играете? Ты... Блин, какой соль земли, какая грязь под его... О чем диалоги? Ты принц воров, а твоя веселая ватага? Да. Это все съемки комедии, это все шутка, верно? Ну, где же камеры? Так. Меня здесь больше нет. Чё-то как какой-то диалог вообще странный идет. Что же я все время с вами цапаюсь-то? Какой кошмар. Неохота мне цапаться с тобой. Так, ну что-то я тут все перепробовал, давайте попробуем первый вариант. Мой разум Щумек, какую форму ему лучше принять? Согласен. Но я же ведь... Блин, слава богу. Научи меня ща как дать! Ну-ка, давай-ка. Ага, понял, отлично. Так, интересные слова, я просмакую их. Охеренные диалоги. Так, что ты мне прокачал там? Он мне что-то прокачал. Борьбу, по-моему, мне прокачал. Слушайте, ну, Найн Родригес хорош. А я еще, блин, чуть было не подцапался с ним. Так, мое любопытство тает. Все это хорошо. Вау. А, прикольно у них барба. Вот. Я бы тут завис. Так, что можно узнать? Ага, меня здесь нет. Ну-ка, давай побазарим. Что такое? Погоди-ка. Я диалог пропустил, я тебе твою медь. Кошмар! Во, погнали. Так, диалог тут прошел как надо. Чё-то Джек хотел побазарить со мной. Да. В смысле дали уйти? В смысле? А почему Найнс продолжает спасать муху? А как Шабаш смог найти мою тень? Это и есть ужасная правда. Hey, this is a theory, man, but who else is gonna be watching you so far?
Так, зачем Шуту танцевать эту джигу с шабашем? Весьма очень даже может быть. Так. Тягостные эти новости, но вполне вероятные. Окей, к слову, Шут посылает меня на Элизабет Дейн, корабль бойню. Таков мой путь. Тут сейчас где-то на заднем плане Мандалорец так кивнул одобрительно. Это будет новость, а? Так. Что? Лишь тени, окутанные тайнами. That sarcophagus is bad news. Kindred around the globe have been going batshit since it was discovered. Поведай мне больше о странном гробе. The word is there's an ancient asleep in there. Да. One of the fathers, one of the vampires that if you trace your lineage way back, there's a chance you end up with him at the root. Ничего себе, и он веками был бревном? Ancients don't just nap. They sleep all ages. When they wake up, ох, какой ужасающий голод он будет испытывать. Сделайте музыку потише, я не слышу, что говорит Джек. Это правда? Или бабушкины сказки? Camarilla denies these ancients exist. Так. Знать бы, есть ли вес у этих слов. Ложь легко соскальзывает с лживых языков. Well, kiddo, I guess you're gonna be the one to find out. Hey, good luck. Да. Try to wake Grandpa Munster and kill the world, huh? Могу я еще покопаться в твоей подкорке? Сейчас как вывалю! Так, погоди-ка. Вообще-то у меня другие вопросы. Я все еще прислуживаю князю Шутов. Да мне кажется, если я это начну говорить, ничего хорошего не выйдет. Ну давайте попробуем. Меня утомило. Это ярмо, и я хочу сбросить его. А почему меня вечно избирают для всякой рутины? Но в моем сердце горит пламя анархии. Отчасти. Educated young kindred like yourself, carefully placed within the ranks of the Camarilla, can do a lot for the anarchs out there. Your choice. Ain't it nice to have some choice? Just be your own dead-ass self. Play the game, kiddo. Keep your eyes open, hear me? You can help everyone that way. Чё ещё можно узнать? Больше ничего нельзя узнать. What's up? Короче, понятно. Что-нибудь скажешь? Ничего ты не скажешь, ясно. Погнали. Вот такие посиделки в баре. Диалоги. Все это интересно. А касательно вампира, который очень древний, находится в саркофаге, тут его состояние, про которое говорят, что они спят, это, по-моему, называется торпор. И там, согласно игровой механике, там проснуться можно только если кто-то разбудит, или сам проснешься при высоком уровне человечности, при маленьком будешь спать 1000 лет там и так далее. Но сам факт того, что они просыпаются голодными, это да, это понятное дело. Но гораздо интереснее другое. Если и спить такого темного, то можно свое поколение, так сказать, улучшить. Стать более могущественным, совершив так называемое диалебрие. Когда более молодой вампир выпивает более старого, получая его силу, как бы. Но при этом его аура начинает неестественно, очень неестественно светиться и восприниматься другими сверхъестественными, что это выдает тот факт, что он совершил диалебрие. А это самое страшное, скажем так, деяние, которое есть в Камарилье.
За это прямо сразу снос башки без разговоров. Но можно вроде как переждать это дело, и аура со временем проходит. Залечь на дно, но все равно при помощи некоторых методов можно это как-то все-таки выявить. Но сам факт. А что у нас там? Первое время чумы. А, внимание, тутка, Скелтер. А, пойдемте к Петти. Или не пойдем. Или пойдем. Да давайте пойдем, сходим. Надо разобраться с ней. Еще с чумой вопрос обстоит у нас. Так. В Skyline надо идти. Ладно. Что-то я прям как-то очень-очень медленно бегаю. Побыстрее, конечно же, нельзя. А очень бы хотелось. Ну, увы и ах. Так, вот это место очень интересное. Так, во, погнали. Блин, прям за Марио какого-то играю. Так, ладно. Ну, давайте потрещим с этой. Да пошел вон отсюда, дай пройти. Во. Сохранимся, разумеется, а то за Малковиана диалоги очень трудно проходить. Можно лишнего наговорить. Так. Часть можно понять, часть нельзя, но в этом есть свой сок. Особенно индивидуальные и нестандартные реплики. Так, вот ты. Да. Быстрее! Голоса взывают. Так. Мы ведь не в фильме, верно? No, come on. It's I'm Patty. Seriously. Everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Кое-кого, как всегда и всюду, имена неизвестны. А, сыграем в эту странную игру? His name is Kent Allen Ryan. He's a toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Так, так, как я... Ах да, Тореадора, лощеный как мартовский кот. Да, он представал предо мной. You are totally awesome. Well, it just goes to show you that you don't have to dress cool or have a lot of power to be a cool person. So, так, вон она нашла его на переулке, но он на берегу проклинает ее. Он чокается бокалами с лучшими пиджаками Сан-Диего. Oh, that is totally Kent. He's so like that. I better go find him. Might help do anything. Thanks again. Пожалуйста, если ты явишься, он будет рад возвращению своей зверюшки. Так, получили опыт. Что там, деньги есть? Понятно. Так, убедили Пати. Ну, погнали. Вернемся к Скелтеру, или как там его. Заберем задание. А можно еще забежать в этот? Как его? Скай, как он там называется-то? Не, это отель Эмпайра. Значит, он не здесь. Ладненько. Будет, если по пути обязательно заскочим, посмотрим, что мы сможем найти. Да какой развлечься, у меня и так там кровушка на максимуме. А на остальное, к сожалению, нашего главгероя не хватает. Увы, ах. Так, здесь, ага. Кстати, вот это вот место интересное, сюда надо как-нибудь зайти и посмотреть. Может быть, чего-нибудь найдем. Блин, эти статуи как тени. Прикольный дизайн. Текс. М-м-м.
Синеть. Что там воет? Вы слышите это, да? Кто-то постоянно скулит чего-то. Симонов никак места не найдет себе. Ой, блин, какой кошмар. Ладно, сдадим задание. Сдадим задание. Так, ну-ка. У Парихапати больше не представляет проблемы. Ну, очень даже может быть. Так. Могу я покопаться в твоей подкорке? Так, что, задание выполнено? Ну здорово, что там по опыту? 18 опыта. В принципе, весьма недурно. Весьма недурно. Найти бы теперь бы этот отель. Где он? Skyline. Skyline, по-моему, здесь. Это Lucky Star в другом месте, а Skyline, по-моему, здесь. Текс. Ну вот отель, но это, видимо, не тот отель. Или тот? Или не тот? Ой. Не надо. Я маску забыл взять из дома. Так, ладно. Что происходит? Кто там опять скулит? Я не пойду в темный переулок. Я хоть и вампир, но мне как-то не особо-то и хочется. Проблемы искать на свою задницу. Где этот? Ай, блин. Ну и как тут сориентироваться? Дайте хоть какую-нибудь наводку. Где этот сраный отель, который я ищу? Этот, блин, не знает. Понятно. Была бы стремительность, я бы, конечно, бы это... Ага, эти ребята, которые валят всех без разбору. Кстати, может быть, тебе немножечко испить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-ё, я поговорить хотел. Чё? Простите, я... Я болеванул. Надо было его испить всё-таки. Ладно. Надо, короче, это, чё-то заражённую кровь пить не очень хочется. Взял квест, и все заражёнными стали. Обалденно. Так, я нашел это место. Оказывается, оно было это, я чуть не обратил даже внимания. Слава богу, хотя бы в этих знаках, которые вот на остановках размещены, хоть подписано все. Ну, погнали. Давайте глянем. Что у нас там? Так. Муфасаила, как и некоторые. Муфасаила, это, по-моему... Эти полубоги, следующие после третьего поколения. Второе было выпилено, а вот получается третье, сейчас самое старшее. Те, которые спят, являются прародителями кланов. А Муфасаил, это, по-моему, следующее звено. Так, ну чё, с кем говорить будем? А ты чё? Нифига себе. А, ладно, так. Ликвидировать. Ну погнали, будем искать. Я, честно говоря, даже и не знаю, где искать. Какие этажи-то будем смотреть. Гараж. Офигеть, здесь вообще все доступны. Ни на какой этаж-то двигаться. Все, что ли, проверять будем? Эк. О. О. Нормально так. Так я ж здесь был, по-моему. Когда исследовал, что-то бегал, искал. Да, вот и шахта открытая-то. Я здесь был.
Так, ну ладно, давайте для очистки совести проверим, чтобы наверняка, а то окажется, что еще здесь кто-то есть, а я все упустил. Ладно, нифига здесь нет. Погнали, будем тогда метаться по остальным этажам. Забавный лифт, который приводит ровно только в одну эту. Это что за помещение такое? Тут... Ой-ой-ой-ой. Тут не на этаже, а лифт прямо индивидуально к комнате подвозит. Хороший лифт. Так. Чё? Понял. Тут я, видимо, хрен из два войду. Четвертый тогда. Куда? Куда? А, я на четвер... О! Складской бомб. Загадочный взрыв разрушает склад в Санта-Монике. Это точно. Так. И главное, мент какой-то не реагирует вообще. Чё всё так трясётся? Тут еще осталось, чтобы лифт упал, и я окончательную смерть встретил. Чё так темно? Так. Hi, Paul. It's Hannah. Just calling to see how you are. I hope I didn't give you what I've got. I feel like crap. Actually, I need to ask you a favor. Could you pick me up some cold medicine at the store? Ой. I hate to bother you, but I can't seem to get out of bed. The code on my door is 1203. Listen, I had a really good time the other night. Maybe we could do it again sometime. Sorry, I'm rambling. Okay, bye. Обалденно. Так, 1203. Это, видимо, тот код, который вот я это... на этаж ниже получается. А что здесь-то случилось? Куда это-то пропало? Крякнул, что ли? Фига себе. Да. Ладно. Обалденно, тут все двигается. Зачет. Ну-кась. Нифига здесь нету, здесь тоже... Да дай ты... Ух, тут труп! Мать твою, здесь труп! А-а-а! Я только сейчас заметил, что здесь труп пока... Труп! Труп! Так, ладненько. Ну, короче, он... того. Ну, все ясно. Так, получается, это значит... Мы сейчас, получается, на пятом. Да, ну давайте шестой глянем, а потом поедем. Может быть, что-нибудь еще интересное здесь будет. А, 5 кодовые замки. А ну-ка, погодите-ка, может быть, здесь? 1, 2, 0... 3. О, пароль принят. Ничего себе, надо сохраниться. Стягну-ка, глянем. Что такое? Ключ от сейфа. Это хорошо. Но ты где там, больная? Я тебе лекарство принес. Слушайте, а ее нету? Почему здесь так темно? Почему так темно? Здесь нихера не видно. Во. Я в наглую зашел. Ну, давайте поговорим с ней. Paul, is that... hey, you're not Paul. Да. Погоди. Пол был ослеплен светом. Не надо звонить. Пусть пелена безумия совьется в образ Пола. Ага. Офигенно. Офигенно, вот это классный поворот событий. Безумие прямо что-то с чем-то. Да, милая бабочка, расскажи о больном пауке, что укусил тебя. О,
Oh, Paul, you say the most beautiful things. Mm-hmm. You want to know how I got sick? How sweet of you to ask. Так, расскажи свою сказку, бабочка. Her name was Jezebel. Jezebel mm-hmm. Locke. I'm usually not too good with names, you know, but hers was so strange. Ага. I can't seem to get it out of my head. Ты танцевала с паучихой, маленькая бабочка? Yeah, I mean, I think so. To tell you the truth, I don't really remember mm-hmm. a whole lot about that night, you know. Everything's a little blurry, you know. Ага, вампирша Треадор. I'm not usually, you know, into women, but I remember Только они могут so так. Attracted to her. I thought she was the most beautiful woman I'd ever seen. Mm-hmm. Well, the next thing that's clear is when I woke up the next morning. Mm-hmm. I haven't been feeling too well since then. To tell you the truth, I have other friends who've worked with her, and they're not doing so hot either, you know? Обалдеть, карантин. Расскажи, какой танец вы плясали, бабочка? Okay, okay. I'm a professional escort. Значит, паучиха заплатила тебе, чтобы заманить в свое логово. Где черная вдова? She had a room at the Empire Hotel. Mm-hmm. I can't remember the number. Paul, I really like you. You were so nice mm-hmm. to me the other night. I don't meet a lot of guys like you. Mm-hmm. Мы разделим еще множество таких мгновений, бабочка. Либо можно вот второй, снимай покров с твоих глаз, то есть мы снимаем безумие, и она снова видит смерть и помирает. Я, честно говоря, даже не знаю. Давайте первый вариант. I hope so. I really do. Ой, по-моему, это пусть твои крылья вознесут тебя повыше, бабочка. Офигеть. Конверт с небольшой суммой денег. Деньги ей уже не нужны. Любопытно, очень любопытно. Значит, нам нужно идти к Jezebel Locke, что проживает в отеле Empire. Ладненько, да будет так. Ну-ка, давайте-ка спустимся. Первый этаж. Очень-очень-очень-очень интересно. Видимо, это вампирша Треадор, это Jezebel Locke. Коль они так могут ставку делать, такие дисциплины, как там соблазнение и прочее, это по их части. А что такое? А, ну вот, наконец-то вышел. Здорово. Тебе все пофигу. Ладно. Значит, у нас вот так все обстоит. Хорошо, ладно, будем заниматься проведением карантинных мер. Искать чуму и т.д. и т.п. и прочее. Давайте закончим здесь и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения, темные прохождения. Снизу в описании под видео рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.